Приветствую вас, друзья. Значит, мы собирались дальше исследовать вот эту вот комнатушку. Да. О, целебное зелье. Ну вот, первое что-то полезное мы нашли, да, в этом помещении. Сигаретка вот у нас тут есть. Фугасная граната. Офисное кресло. Понятно. Так, можно, значит, подняться наверх. А можно вот еще... Ой, у меня нос чухается. О, почухал. А можно еще вот куда-то сюда, да? Ну, тут вроде бы ничего интересного нету. Угу. Ну да, тут вроде бы, короче говоря, ничего такого, в принципе, то и нету, чтобы сюда подниматься, да. Наверх понту залетать нету, значит, можно еще наверх вот сюда, да? Кстати, достаточно удивительно, что здесь нет вообще ни одного противника в самом здании, да, во всяком случае, пока что. Мы вообще никого еще не встретили. Обычно всегда, когда я исследую что-нибудь такое большое, там всегда будет какая-нибудь порошня, да, там. Какие-нибудь говори бандитов и т.д. и т.п. А ну вот куда эта лестница выводит, да, собственно говоря. Понятно. Так, опять-таки надо так все осматривать, чтобы ничего не пропустить. Аккуратно, не спеша. Так, ну что-то пока что... Так, тут у нас опять-таки... Слева есть какая-то комната, и тут еще можно даже куда-то наверх вроде бы подняться. А, наверное, вот чтобы потом залететь на крышу, я понял. Потом попробуем, конечно. Короче, тут вроде бы тоже больше нифига-то и нету, да? Это мы туда выход пришли. Ну да, что тут больше вроде бы ни черта нету. Угу. Так, да чё, так, да чё? Давайте сейчас это, значит, налево. Блин, охренеть, тут тоже ни черта нет. Зачем вообще надо было делать ту комнату, да? Здоровенную целую, блин, комнатушку, типа офисное какое-то помещение. И тут вообще ничего нету, даже записки какой-нибудь сцаной, да? Просто тупо пустая фигня. Так, сейчас попытаемся залететь туда вот наверх. Кстати, надо бы еще где-то поспать бы до утра. Может быть, спальный мешок где-нибудь найдем. А то в потемках бегать, ой, бляха, не очень-то прикольно. Да. Хорошо, что сохранился, да, я вот сообразил перед этим делом сохраниться. Ой. Так, ну сейчас факел потух. А, блин, у меня сейчас не полностью восстановился джетпак. Тут еще прикол этот притрушенный немножко, да. Когда игру ловите. Ой. Когда игру перезагружаешь, какого-то хрена у тебя запас джетпака на минимуме стоит. Реально, абсолютно конченый прикол, блядь. Ну ладно. Так, давайте поближе, может быть, сюда встанем. Блять, ну как можно вот, блять, играть в эту игру без нервов иной раз, а? Ой, бля. Вот мы сейчас 3 часа будем пытаться вылететь на эту крышу, в итоге кажется, что на ней ни хрена нет, блять. Ну или будет там какой-нибудь там бутылка самогона, блять, да? Ну реально, ну, блять, ну пипец какой-то, честно говоря. Вот абсолютно ебанутое управление этим джетпаком, вот, ну вот серьезно, да, то есть, блять. Вот эта вот красная полоска на нем, это вообще такой бред. То есть, когда она доходит до красной полоски, получается, тебе нужно заново нажимать пробел, блядь, чтобы он летел дальше. Потому что так он уже почему-то лететь не хочет, блядь. То есть, нахера это было делать? Это, блядь, пипец просто. Вот реально, вот зачем это было делать? Ой. Долетели с горем пополам. Ну и да, судя по всему, моя теория сейчас оправдается, что называется. Судя по всему, ни хрена на этой крыше вообще не будет. Только зря мы удохались. Кувырки его еще. Кто тебя просит кувыркаться? Зачем ты кувыркаешься, придурок ты и такие, а? Ну, вроде бы ни черта, короче, я тут нету.
Да. Я же получается только зря вот это, блин, малофился, да, как фуфил какой-то. Тратил силы, нервы на эту хрень. Ну да, короче, здесь больше делать нечего. Ой, ну и хорошо. Где нам к выходу? Али, мы вот даже куда-то вылетели, я так понимаю, что мы здесь даже не были, да? А, ну да, вот сумку нашли. С изящными, господи, столовыми ложками, вилками и тарелками, вы представляете, и ножами, вернее. Вот это вот ты умудрился вылететь в какое-то вот такое вот место, в которое так бы ты не вылетел бы, да, вот ради того, чтобы вот найти что-нибудь подобное, да? Цена которому максимум там будет эликсита 20, наверное, или сколько там, я не знаю. Вот блок сигарет куда полезнее, да? Блок сигарет, по крайней мере, долларов стоит. По-моему, где-то около 200. Так, ну что ж, получается, что это помещение мы даже уже исследовали. Ну там дальше еще какой-то есть. Ну давайте вот мы и этим займемся потом. А сейчас что? Сейчас что? Я вообще очень что хотел сделать. Да, вот смотри, там вот... Вот там вот еще было у нас какое-то здание. Вон, да, с левой стороны. Я вот его еще хотел очень осмотреть. А потом уже в то правое, да. И там вон еще какая-то возле вышки какая-то хрень вроде бы есть. Давайте, может быть, еще туда сгоняем, а потом уже пойдемте к нашему домику. Да, реально, исследую здесь просто не хочу. Реально, просто капец, тут натыкано всего на свете. Ну, правда, вот опять-таки, да, вот то здание мы, допустим, обыскали, а, честно говоря, зачем мы это вообще делали, непонятно, да, там вообще ничего не было, по сути, интересного, не то, что там фотографии или части карты, ну, вообще ничего, что можно было бы как-то запомнить, согласитесь. То есть абсолютно бесполезные вещи валялись. Блин, все бы хорошо, но там эти гребаные панцирные саранчачусы, да, я их так не люблю, честно говоря. Такие неприятные типочки. Совершенно. Внешне неприятные, да. Живучие при этом, да, еще очень сильно. Бить эту саранчу, я не знаю, сколько раз мне надо шмальнуть из огнемета-то, а. Давай, дохни, мать твою. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что там показываешь, мразь? Я же говорю, ненавижу панцирных саранчей. Ублюдки. Живучие куски говна, а. Из огнемета, как в нее шмалял, а. Ой. Так, давайте консервы, давайте вяленое мясо, давайте... Давайте, что ли, суп из мяса макрицы, куда уже денешься, там надо как-то здоровье восстановить. Хотя вообще жалко, конечно, тратить. Такой хороший супчик-то. Слушай, я тут вторую макрицу, ой, макрицу говорю, тут ту вторую саранчу, в принципе, можно-то ведь даже и не трогать, я так думаю, да, можно просто обойти. Я думаю, она к нам даже и приставать-то не будет, да.
Там наверху еще, по-моему, что-то есть. Так, ладно, давайте там в натуре, давайте даже в натуре сделаем все-таки как. Давайте все-таки сначала мы исследуем этот домик, а потом пойдемте туда, потому что там, как оказалось, там еще и наверху что-то есть, да, так что там тоже будет чем заняться, оказывается. Да, нехило они, конечно, натыкали всего на свете. Ой, да блин, не нужна мне ваша лавка. Иди, давай, вставай, вставай, да. Так, факел лучше зажги. Так, ну пока что тут сейф есть. Шкафчик какой-то. Семью с сигаретами. В общем, тоже по большей степени бесполезная комнатушка. Но, правда, какой-то есть сейф. Давайте вот мы его сейчас осмотрим. Кто его знает, что там в сейфе, да? Давай, братан, взламывай. 1, 8. Так, я понял. 8, 6, 2, 4. О, 8, 6 даже правильно, представляете? 1, 9. Офигеть. Быстро его взломал. Ну, хотя, как видим, в самом сейфе ни хрена не было. Опять-таки, интересного. Ну, ладно. Точно все мы смотрели, да. А, так это, собственно говоря, весь домик, чуваки. Блин, я так хотел его исследовать. А, честно говоря, тут по сути, кроме сейфа, там нечего и вспомнить, да. Да, хотя и сейф, как оказалось, полная параша. Да, в общем, такое. Хорошо. Хоть бы кровать там даже разместили, я бы и то был бы благодарен, да? Смог бы хоть поспать до утра. А они даже там кровать разместить зажлобили, вы представляете, какие придурки. Так, ладно, давайте туда наверх потом полезем. Да, давайте сейчас вот сюда. Вообще тут, по идее, должны быть какие-то враги, я так думаю, да. Место, во всяком случае, похоже на такое, в котором должны быть какие-то противники, там. Мутанты, там, бандиты. Рабсы. Тут что-то пока что одни каменники, да? О, кусок серы, ни хрена себе. А, нет, золотой слиток, ну, тоже хорошо. Я так понимаю, раз куски серы нужны для обычного ментального зелья, то, наверное, золотые слитки нужны будут для крупного, ну или как там, большой запас, да, ментальной энергии, наверное. Поэтому золотые слитки тоже, несомненно, хорошо. Мы еще и двухглавый молоток, кстати, нашли. А вот, кстати, и кусок серы. Ну, двухглавый молот, я так понимаю, это двуручное обычное оружие. Ну да, урон у него даже хуже, чем у моего, так что... Тоже это чисто для продажи. Мы нашли предмет. Так, кстати, вдалеке этот придурок. Крутой этот мутант, помните? Ага. Забыл, как он называется, к сожалению. Ну, нам его и смысла отвалить все равно нету. Так, что, на вышку мы, получается, никак не залетим, да? Ну да, больно высоко, да и смысла нет, там все равно нет никакого уступа, ничего подобного. Так, вот тут еще есть каменник. В общем, порошня. Так, давайте, да, дальше. Значит, куда мы там собирались? Куда-то наверх, по-моему, взлететь, да? Да, вот здесь вот куда-то наверх. Я там вроде бы что-то еще видел. Короче, я визуально показалось, честно говоря, что тут прям столько зданий, что тут столько всего для исследования. А на деле, как, короче говоря, оказалось, что, в принципе, ничего подобного, да? То есть, ну, было что поисследовать, да, было где побродить. Но так, чтобы там прямо особо, то этого не было. В принципе. Да. Так, еще одного каменника мы забрали.
Тут у нас, значит, эликситовая жилка есть. Братишка перфоратором там подолбал, да. Долларов заработал. Прикольно было, чтобы в реале были бы вот такие вот жилы с долларами, да, ты ее долбишь, а тебе баксы сыпятся, да, вообще же, вообще жирно было бы, да. Очень даже жирно. Ну что, вы тут что-нибудь припрятали, братишки? Блин, одни местные жуки, ты посмотри, а. Опять-таки, в сумке лежал суп прямо в тарелке, представляете? Ну, туалетная бумага, конечно же, да, куда же без нее. О, кстати говоря, есть этот самый спальный мешок, отлично. Малое элексовое питье, кстати, было. Тоже, в принципе, штука полезная. Ну и все, собственно говоря, да. Тоже, в принципе, не густо. Давайте поспим до утреца. А то братишка у нас уже совсем устал. Да. Устал, устал, бедняк. Кстати, что у нас там с уровнем? У нас вообще очки обучения есть, то я даже что-то не помню в этот момент. Так, надо выйти отсюда, то он не видит ни хрена. Не, нема ни хрена. А, вернее, тут есть одна очка обучения, да, мы даже можем там что-нибудь изучить. Ясно. Так, а мы там, кстати, нашли еще какой-то лазерный бластер. Ну, я так понимаю, что это говенный бластер. Ну, давайте на всякий случай посмотрим, а мало ли что, да. Хотя вообще, я так понял, что это тот, который у него урон там, наверное. Ну да, урон 30, короче говоря. То есть это все чисто для продажи вещи мы находим. Ну, тоже хорошо, деньги-то ведь нужны, да. То есть почему бы и нет. Всякие молоточки там поискать, бластеры, фигастеры. Так, ну, значит, тут тоже у нас ни хрена не было. Тогда давайте спускаться. И где там я еще что-то видел? Где-то был прям здоровенный какой-то комплекс, помните, да, который я тоже очень сильно хотел исследовать. Кстати, тоже помните, как в Готике было, то, что каждое утро шел дождь. И вот здесь вот тоже ты до утра поспал, и идет дождь. Причем такой реальный проливной, такой ливень вот. Прямо у них даже это из Готики так же и осталось, да, как было. Ой, ну там опять этот гребаный бляха, бульбозавр, да. Больно много они сюда напихали этих горных троллей, блядь. Что неохота. У меня-то даже есть там какие-то и ментальные зелья. А вон, кстати, еще что-то, смотрите, есть. Да, есть и ментальные зелья, есть и все те же зелья маны мы понаходили. То есть, в принципе, может быть, мы даже бы с ним бы и справились, но... Просто честно, что-то мне какое-то банально впадло. Хрена тут, короче, я нету. Офигеть, там этих горных троллей. Еще и две штуки, вы представляете, чуваки. А есть вообще смысл сюда наверх подниматься? О, гаурудий мы какой-то, чуваки, нашли. Особый металл гаурудий, это для квеста было, представляете? Все, тот же кусок серы нашли. Амулет траппера какого-то, представляете? Ну вот, пожалуйста, вот это местечко мы решили все-таки не зря поисследовать, чего и говорить. Да, мы нашли какой-то квестовый металл Гаурундий. И еще и какой-то амулет траппера. А что там за амулет траппера, мне даже интересно просто. А, вот же ж. Амулет траппера. Так, ловкость плюс 10, опытный охотник плюс 1. Угу. Убийство противников приносит больше опыта. Кстати, я неплохой амулет, но я все-таки за тот, который у нас наш старый был, да. Хотя тоже амулет реально классный. Да. Смотрите, там и химера, и два этих голема, и еще и скекс. Так, ну дальше мы уже не вылезем наверх, там и смысла нет вылазить, да. Так что валим отсюда.
Может быть, мы просто и тут пройдем, на самом деле, мимо этого скального тролля. Все равно на той вышке по-любому нифига не будет. Там, как правило, если что-то есть, то только какое-нибудь зелье лечения, максимум, если еще и будет, да. Так что ничего такого мы там не пропустим. А так вот, пожалуйста, можно спокойно пройти. Главное, чтобы здесь ничего такого не было, да, не было этих молохов, фиголохов, да, и прочих, и прочих, и прочих. Тогда все будет хорошо. О, топливо, кстати, вот это отлично, это для нашего огнеметика, да, это реально отлично. Огнеметик штука классная, а патроны к нему у нас что-то в последнее время начали заканчиваться. Да, если не черная дыра, то только огнемет нас и выручает. Ой, а одной черной дыркой тоже сыт не будешь, да. Ну, в общем-то, тут собирать тут особо нечего. Можно было даже это и не собирать. Ну, раз получилось, то почему бы и нет. В принципе. Так, тут еще какая-то машинка. Ну, ни хрена. О, там сигарета, по-моему, была, да? Ни хрена себе, ребята. Сигарету нашли, вы представляете? Можно будет пыхнуть потом. Ребятки, противников здесь нету, только на входе этот горный тролль стоял, да? А так как бы ни единого противника вообще нету. Достаточно необычно. Ой. Так, на крыше тут тоже ни черта нету, да? Только одна старая монетка. Что-то какое-то странное место, честно говоря, да? Это вроде бы большое, но по площади. Я бы даже сказал, что нереально большое, да? А громадное реально место. И в то же время, как бы... Что-то тут как-то и исследовать-то по сути нечего. Да, наверх поднялся, там только одну старую монетку нашел. Врагов никаких как бы нету, да, вообще... Ну, правда, мы топливо здесь, конечно, нехило нашли. Вот за это, конечно, уже точно не зря решили сюда зайти. Так, ладно, давайте еще с этого боку сейчас все осмотрим. Хотя тут, походу, тоже нечего-то осматривать, что-то осматривать. Ну да, вот разве что вот там вот, может быть, что-то есть. Нет, нету. Тут тоже ни черта нету. Ну да, как-то не густо, не густо. О, ну вот что-то вроде бы есть, да, энергоячейки. Ну что, блин, в принципе, да, вот в плане тут патронов мы неплохо подсобирали, да, и для нашей там энергетической пушки, и для нашего огнемета. То есть патронов не пожалели, по крайней мере, уже спасибо. Потому что покупать патроны не шибко вариант. Да. Ну да, комплекс здоровенный, повторюсь, да, реально, офигеть, какое оно большое, но, бляха. Ну вот рецепт какой-то нашли, крепкого эликсира питья, кстати говоря, отлично, новый рецепт крепкого эликсира питья. А может быть и старый, просто еще один, да. Так, шкафчик. О, мало эликсира питья. Не, ну знаете, все-таки, да, вещички тут реально неплохие. Что бы я там ни говорил, но в плане вещичек мы здесь неплохо побродили. Да. Подсобирали и того, и сего. Да кому заценить, там дальше можно идти, да. И опять-таки тут какие-то эти военные вышки.
Да, палатка, какое-то помещение. Я живу, охереть просто можно, я живу, то есть, блин, ну... О, ну вот, наконец-то хоть противник какой-то, да, а то я уже было думал, что тут вообще никого нету. Прям какая-то, думаю, вымершая зона, что ли, или чё. Блин, не получилось прием на тебя использовать, братишка, представляешь? Ты как-то так отошел неудачно. Все мне испоганил. Опять я тебя промазал за тебя, офигеть, конечно. Братан, ты что такой какой-то нехороший гниловепер мне попался, реально, да, против него нельзя использовать что-то, мой супер прием, удар грома, да, блин, ты посмотри на него, а, ублюдок. Так, готов. Ну да, куча всего здесь, я живу, просто можно подофигеть. И туда можно идти, и сюда можно идти, да, и куда только нельзя идти. Давайте сначала тут все уже осмотрим, может быть там даже войти где-то можно. Так, тут ни хрена нету, да? Да вроде бы нету. Вроде бы нету. А, так это и все, что ли? Так, я что-то совсем запутался. Окончательно запутался, да. Окончательно, бесповоротно просто-таки запутался. Так, погодите. О, продвинутые солнечные очки, кстати, хвалят, да. Ну... Мне там, да, рассказывали про эти солнечные очки, то, что с ними можно легче находить там определенные вещи, но как-то это, как по мне, немножко по-читерски, да, ну и как-то паркадному, что ли, ну, типа, подсвечивать те предметы, да, чтобы ты ничего не пропустил. С одной стороны, вроде бы клево, да, ты ничего не пропустишь, но с другой стороны, это реально, ну, как-то это натуре немножко по-читерски, паркадному, я такое как-то не сильно люблю, честно говоря, поэтому пользоваться моими все-таки не будем. Так, я только что-то не могу понять, ни хрена. О, вот тут что-то есть. Ага, отмычка. Получается, входа в здание нету, что ли, да? То есть можно только залететь. Ну да, вот здесь вот, к примеру, да? Ой. Бля. Опять этот гребаный кроквальм, бля. Как мне надоел, братан. Еще и он какой-то еще придурок лезет, да? Ты посмотри, а. Никак вы, блядь, не научитесь, как Геральт говорил, да? Ну никак, вы просто не научитесь. Не хотите учиться на своих ошибках. Готов. Так, пьем тогда зелеманы. Так, и у нас там где-то было еще какой-то зелеманы, помните? Крепкая зелемана у нас еще есть. И малая. Давайте малая зелеманы поставим под четверку теперь, да. У нас еще малого достаточно много. Так, электронный хлам. Еще наверх вылететь, судя, блин, ну кажу, капец, просто кругом голова идет от того, вот сколько у тебя здесь возможностей, да, куда только можно не идти. И везде же походу можно что-нибудь найти, да, полезненькое там. Ну наша, конечно, первоочередная, что называется, задача, да, это находить части карты и фотографии. Все остальное, прям скажем, меня интересует достаточно слабо. Ну, разве что те же патроны, там, топливо, да, еще вот такие вот вещи. Зелья, да, ментальная энергия, куски серы. Такие вещички меня тоже вполне даже заинтересуют. Давайте даже, может быть, сначала мы вот так и сделаем. Давайте сначала мы залетим сейчас на эту трубу, пойдем поверху там, чтобы просто не забыть, потому что у меня точно это из башки вылетит, я вам говорю, ребята. А потом уже пойдемте по той хрени. Так.
Но если вы тут сейчас ничего не спрятали, то, блядь, я буду зол. Пока что все так и есть. Жут, какой-то у них, блин, прикол. Вот реально, такие места труднодоступные, которые далеко, я уверен, не каждый игрок будет осматривать, да? Блять, и которые трудно довольно-таки еще и забраться при всем при этом. И получается, что тебе как бы тут взять-то нечего. Ну вот пушка охранительная, но я ей попользоваться не могу. Вот почему, кстати, я даже не сделали такой как бы мини-прикол, чтобы этой пушкой можно было попользоваться, да? Чтобы там были бесконечные приколы, то есть, да, и можно было, патроны вернее, да, и можно было пошмалять, посидеть чисто по фану, да? Вот вроде бы мелочь, но да с какие было бы приятно вот такой мелочью насладиться. А так получается, что вот я сюда приперся, и все, что здесь было, это пачки денег старого мира. Сумка не обыскивается, никаких ни фотографий, ни частей карты, ни документов мы здесь не нашли. Вот реально, как бы тратишь свое время, блин, да, напрягаешься, потому что в натуре в такие места, как правило, довольно-таки тяжело добраться. А вознаграждения, по сути, никакого нет. Кстати, вот там вот вроде бы лестница даже есть наверх, если я все правильно понял. Давайте, может, еще здесь даже посмотрим на всякий случай, а вдруг тут что-нибудь есть, хотя, судя по всему, ни хрена тут нету, ну да. Так, а ну-ка погнали теперь туда, а, да. Да, есть лестничка, смотрите. Здорово. О, там уже у нас даже мутанты. Ну, туда мы, если что, и так залетим, поэтому туда мы уже идти не будем. Нам сейчас главное вот еще по вот этой вот лестничке подняться, раз уж она есть. То грех не воспользоваться, да. Да-да-да-да-да. Блин, высоко ж. Ух, нифига, сколько туда еще лезет, оцените, чуваки. Высоко мы забрались. Так. Блок сигарет. Ну, блок сигарет даже на самом деле более-менее приятно найти, потому что он 200 сигарет, каждая стоит один эликсит. То есть получается, что ты... Когда такое делаешь, ты подобрал 200 эликсидов. Согласитесь, это очень неплохо. То есть, по крайней мере, в плане денег мы тут уже неплохо себя замутили, да. Так, ну тогда, я так понимаю, мы не долетим, наверное, на самый верх, да? Да нет, долетели. Ну и опять-таки, да, вот не очень просто долететь на самый верх, ведь на самом-то деле и что? Ну вот вылетели мы на самый верх, и нахрена мы это вообще делали, по сути, да? Частенько возникают такие вопросы, но ладно. Нет, так нет. Не захотели ничем делиться, ну и не надо, жлобы вы, да? Так, тут у нас что? О, ну, по крайней мере, тут есть малый запас. А нет, даже не малый, а просто запас ментальной энергии. И, кстати, я какой-то шестопер мы нашли. Вот он, туалетная бумага, бляха. Фига себе. Так, давайте посмотрим, что за шестопер. Ой, кстати, тут такой сундучок еще есть. Шестопер, шестопер, шестоперович. Так, урон у него хуже. Ну, короче, полная параша, тоже чисто для продажи. Так, сундук. Изящная столовая тарелка, изящная лаж. Чашка, вернее, я говорю. Так, ну, вроде мы тут даже все уже и забрали. Да, что-то как-то не густо, не густо. Вроде бы это опять-таки большой такой комплекс. Я опять-таки думал, что тут исследую, исследую, исследую. А как-то оно тоже так получается, что... По сути, тут и нехрена что исследовать-то. Ну да, вот мы уже даже большую часть, походу, осмотрели. Вот только вот там вот внизу еще что-то есть вместе с этой саранчой. Вышки какие-то. Ну и вот сейчас вот здесь вот еще. Опять-таки, насколько я понимаю... Много чего здесь не найдешь. Мутанты эти дебильные. Еще и две штуки сразу, а. Ну,
Давайте мы их сейчас тут расстреляем, да. Благо, у нас есть еще малое зелье маны, которые мы непременно используем для восполнения этой самой маны, да. Кстати, какие-то мутанты дохлые попались. Обычно они, по-моему, как-то дольше убиваются. Да, и давайте наше здоровье еще восстановим. Так, где там наша еда? Да, вяленое мясо, суп. Еще консервы где-то были. Ну, в принципе, обойдемся. Так, раз мутант. Два мутанта. Хорошо, обыскали. Тут у нас вроде бы как ни хрена нету. Там внизу только ходит гниловепрь. Ну, пускай себе ходит. Я не против, да. Хочется походить, пускай походит. Бедолаха. А то мы им совсем уже Блять. Как вы меня заебали, а? Откуда он вообще взялся? Да это ж я еще ровно стою, сейчас говорю, да, ходит, хочет, да, пускай все походит. Хотел сказать, совсем мы им проходу не даем, да, хотел было пожалеть этого ублюдка. И вот оно падало на меня еще и сагрилось. Ну ты посмотри на этого скотину, эту тупорылую, а? Какого хрена ты на меня сагрился, а? Я тебя трогал вообще, придурок. Мне же надоело просто вашего брата убивать, да, этих гниловепрей гребаных. Просто тупо надоело. Блядь, их чуть двое, сохереть, а. Ой, что я нажал? Все, мы заюзали. Еще и второй откуда-то взялся, представляете? Охренеть. Блин, я еще зелье маны малое впустую потратил. Представляете? Какая печалька. Хотел нажать эту фигню не шагу назад, а случайно нажал зелье маны, и он его выпил, блин, впустую. Все из этих гребаных гниловепрей, я жирю падла. Какого хрена ему вообще от меня надо было? Ой, ходил себе, исследовал, никого не трогал. Нет, надо доколупаться до Баделыча. Ну, блин, падла тупой, а. Ладно, давайте супчика покушаем. Вяленого мяса. Кстати, консервов нету, походу я уже все сожрал. Представляете, какие дела. Что творится, что творится. Да, видите, входа нигде как бы нету. В общем, полное говно какое-то в это здание. То есть, да, здание не исследуешь, то есть чисто там по крыше побегать, вокруг оббегать и, судя по всему, и все. Этого мутанта даже сам не знаю, зачем я решил его завалить. Кстати, он же ведь даже ничего не охранял, да? Так, решили завалить, чтобы завалить, да. Можем почему тогда не завалить, правильно. Лишние 95 опыта. Наверное, этот редкий металл, который мы нашли, вот тот квестовый, да, он, наверное, нам потом пригодится для этой самой бадабумы, мне почему-то так кажется. Ну, во всяком случае, очень похоже на то, да. Так, еще один мутантом меньше. Прям Буделыч истребитель мутантов, да? Так, вяленое мясо, суп. Блях, последний суп сожрали, представляете? Ну да, входа в само помещение нигде нету. Тут все запечатано, везде эти двери, как бы, да. А на крышах, в принципе, как видим, ни хрена такого мы не нашли. Но вообще не зря мы в этот комплекс зашли в целом, потому что, я же, мы очень много здесь патронов понаходили. С этим не поспоришь. О, бляха, их двое. Ой, их там трое. Нихуя, их там четверо, ребят. Охереть. Бля. Да пошел ты сраку, мудак.
чё, да? Давайте подлечимся. Да. Все. Блин, у меня уже даже малых зелий маны на самом деле осталось немного. Ну и ладно. Так, раз дохлый мутант, два дохлый мутант, три дохлый мутант, четыре дохлый мутант. Хорошо. Да, нехило тут мутантов, конечно, было. Ну да, в плане патронов неплохая ячейка, но не более чем. Просто больше тут вообще ничего не было. Да. Самое печальное, что в само здание не зайти, потому что я, по сути-то, все это и делал ради того, чтобы в здание зайти. Да, вон еще большая сумка эликсита у нас есть. Блять. Какого хуя ты вылез, да, придурок, из своей норы? Ну да, я все это и делал, по сути, для того, чтобы в здание войти, потому что вдруг там была какая-то часть карты, там и прочее, 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 да. А нас этого взяли и лишили. Тупорылый гниломолох. Так вот, да, большая сумка эликсита. Ну дайте мне большую сумку, вот. С доварами, да. Хоть какой-то позитив. Так, на крыше мы там были. Ну вот там вот еще внизу, разве что, да, у нас получается есть эта панцирная саранча. Она там типа как охраняет какую-то дичь. Разве что ее еще в натуре можно завалить и осмотреть оставшиеся хрени. Знаете, суп из желез, что ли, скушаем. Надо же как-то здоровье-то восстанавливать. В общем, да, вроде бы исследую не хочу, вроде бы исследую, но вот на деле как-то оно так получается, что толком-то и нехрена исследовать, да. Это печально на самом деле. А, это даже не саранча, это кроквари. Тоже наш такой достаточно любимый братишка. Ну, кроквари, кстати, из огнемета вообще выносится очень классно, зацените. Четыре выстрела, он уже почти дохлый. Вернее, пол хп ему уже снесли. Ну все, дохни, да. Да, кроквар реально огня, видать, боится, потому что как-то мы ту же саранчу, помните, мы очень долго убивали с помощью огнемета. А этот братишка как-то попроще убивается, конечно. Ну и опять-таки, вот, да, вот мы пришли сюда, тут есть электронный хлам. Наверху, скорее всего, от силы будет какое-то одно зелье, если еще будет. И того нету, да. Ну там наверху саунд что-то было, да, я видел. Блять, как меня это бесит, а? Пиздец, просто как бесит, вот честно, чуваки. Я никогда к этому не привыкнул, блять, да, вот к этому вот абсолютно упоротому, конченному приколу с джетпаком, блять. Вот с одной стороны, это классная штука, вот молодцы, что сделали, она реально радует во многих местах, так сказать, легализированный F8 в Marvin B, да? Но с другой стороны, вот, блядь, управление этим джетпаком местами бывает такое, как, блядь, такое, да, конченное вообще абсолютно, что просто на голову не налазит. Так, а противников тут хоть больше нету? Блядь, залетел, чтобы взять эту хрень, а там, оказывается, ни хрена взять нельзя, а? Вот опять-таки, да, целые горы патронов. Из них ты можешь взять только какие-то одну коробочку, да, и пушкой пользоваться нельзя. Вот дали попользоваться, и там бы поставили, вот там даже есть парочка мутантов, прикиньте, как было бы здорово их из этой пушки бы завалить, да? Я же мелочь, но, блин, до стальки было бы приятно это сделать. Так, в той вышке ни хрена нету. Так, вот тут еще какая-то вышечка. Так, на самой верхушке ничего, тут тоже ничего. Так, осталось нам только ту палатку осмотреть, вроде бы, да? Все остальное мы вроде бы осмотрели. Так, палатка. Эликсит. Фугасная граната. Походу и все, да? Железная руда. Не густо, не густо. Так, это первая палатка, и там была еще одна, да, вот. Тут
тут, походу, не больше. Изящная столовая ложка. Опять куча патронов, но брать их нельзя. Куча спальных мешков. Малая целебная сумка. Ой, ну да, зелья. Сумки не обыскиваются. В общем, полная херня. Да. Вот куда-то туда вот прямо можно, кстати, пойти. Я даже не знаю, куда это нас выведет. Наверное, мы сейчас чем-то таким займемся. Ну да, там мы были, теперь мы были и здесь, да. И тут мы тоже уже все осмотрели, получается, полностью. То есть, в принципе, единственное, что еще может быть интересным, это если в натуре вот пойти куда-нибудь вот туда вот прямо. То это так, это просто моя, что называется, догадка, да. Может быть, это нас еще куда-нибудь выведет, в какое-нибудь продолжение. Ну да, короче, как видим, не всегда, когда мы видим что-нибудь масштабное в плане постройки в Элексе, да, вот реально мы сейчас, допустим, нашли вроде бы такую здоровенную постройку, да, казалось бы, столько всего можно будет исследовать, столько всего найти, но вот оказывается, что далеко не всегда оно так, потому что вот тут мы, блин, такой здоровенный комплекс осмотрели, а найти, по сути, ни хрена не нашли. Единственное из такого чего-нибудь полезного, что можно вспомнить, это в натуре вот это топливо для огнемета, потому что огнемет штука реально классная. А так, в принципе, и все. Как это не при... Ух, ни хрена, что там такое, смотрите. Вдалеке, да? А ну по карте. По карте оно никак не отмечается, но визуально оно выглядит охеренно, да? Там что-то, видать, какая-то элексовая гора или что оно такое. Но там, правда, оно, видите, посреди вулкана. И меня, наверное, огнем просто убьет. Но все-таки давайте мы, наверное, на этом сейчас сохранимся, наш выпуск закончим. А в следующем все-таки мы попробуем туда попасть. Получится хорошо, не получится, фиг с ним. И тогда уже, короче говоря, вернемся в какой-нибудь город, скупимся, наделаем себе эликсиров. Ну и, возможно, на туре сбегаем в форт, в хорт, поищем какие-то квесты. Да, потому что исследовать я уже, в принципе, задолбался. Тем более, что, как видим, его и толку особого исследовать как бы нету. А, там радиация, то есть, в принципе, можно уже сейчас сказать, что мы туда, походу, чуваки, не попадем. Ой, не то, блядь. Можно же попробовать эту хрень, да. Вернее, может быть, даже попадем. У нас же есть эта хрень и шагу назад, да, можно будет ее заюзать. И, может быть, мы даже добежим. Плюс у нас еще там есть всякие там отварчики, которые против радиации. Препы, помните, антирадин, да, так что... Думаю, мы что-нибудь придумаем. Ладно, ребятки, я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.